А мы продолжаем удивительное приключение ирландцев в Англии. И смотрим, куда нас это все заведет. Вот твой зевок очень хорошо был слышен. Так. Закрыть. Понадобится. Сама игра. Так, что-то ты у меня как-то вес набрала. А, ты не можешь скидывать вес. Ты голод. Даем узников. Много герцог. Великое вождество Мид, Меся, Нарумбе. Так. Оставим детей опекунам. Выборы. Это что за звук был? А, точно. Погнали. Так, сразу проверим. Твои. Этих самых. Ты никуда не идешь. А чтоб тебя можно сюда посадить. Ты меня ненавидишь, иди ты нафиг. Точно, конечно, советник, поэтому вот. Я не понял, почему у меня наследник. Не относится ко мне. Дочь. Ой. Что это было? Ты что мне что-то написал? Так, я не понял, а где трансляция? Ну, а, ну, да. Все нормально. Так, выбрали. Кандидат, моя дочурка есть. Так, смотрим, что у нас там. Вэльс. Девять войны. Графа. Почему герцог-то не взяли? Уровень у нас знаменитости не хватает. Ладно, мы сейчас еще что-нибудь позахватываем. Чтобы знаменитость. Со звуком беда как пропадает. Так, поставить. Куда точку? Собрать их. Вот опять звук пропал. Музыка была, пропала. Прям блицкрик. Оп. Да что ты там сделаешь мне со своими 100 солдатами? 200. Позволь мне взглянуть. Контракт наемников. О, блин, у меня ж наемники еще были. Можешь мне подать дурацкий? Да, могу. Держи.
ты наш. Тут, блин, денег не хватает на узурпацию. Ты иди туда. Слишком много герцог. Надо раздавать их. Смотрим. Вот, дочь моя. Мы дадим тебе титулов. Миссию подарим. Это все твое. Мой желудок тяжело воспринял полбанки пошмаха. Да? Так, герцогство мы еще не можем захватывать, нам не хватает. Да что такое с музыкой? Что она прекращается периодически? О, пипюлька. Это для меня. Да-да-да. Ставим сюда точку. Собрать всех сюда. 3000 солдат прям блицкриг на столицу. Кто-то вырос. Все. Идите, помогите вас отузить. Чего все? Уходишь? Я устал. Ухожу. Ты в курсе, что он как-то там по-другому говорит? Ну, по-моему, да. То есть это тоже... Я забыла, как это называется. Это явление, когда эти ложные воспоминания. Ну, так-то лучше звучит. Держи. Ой, спасибо большое. Так. Давай больше. Солдат, меньше налогов. Тебе вот этого опекуна. Ну, пока не могу я узурпировать, у меня денег. Если я здоровое тело сделаю, буду в войне вкачиваться. Ну что, мы тут две маленькие победоносные войны провели, надо попировать. До новых встреч. Ну давай, я тебе помогу, союзник. Где ты там воюешь? Блин, тут далеко воюешь, я не хочу туда идти. 5000, 2000. А, ну 5000 это возможно с моими солдатами. Собрать их сюда. Дойдем уж, поможем. Чего уж там. Престижа схватим. Я думаю, они без меня тут справятся. А, ну я сейчас ценных заложников могу нахватать. А мне денежки нужны, чтобы узурпировать власть. Ну давай, Шури, как же это долго происходит? Оп. Никого не схватит. А, нет, пленник захвачен.
хорошо. И второй мы не успеем распустить всех. Смотрим. 5 узников. 10 монет. Ну ладно. Тебя казнить сразу. Тебя тоже казнить. Вы мне заплатить не можете. Тут уж 10 монет. О, Дания. Мы тебя... Маленький процент, ну ладно. С тобой живи пока. У нас пока вот здесь война. Ладно, пошли. Вот пока она воюет, мы тоже на нее нападем и захватим графа. Афиг, там у нас нет благочестия. Куда мы отправимся? В паломничество. Какой подешевле? У нас денег нет нифига. Надо будет опять набеги организовать. Управляющий совсем разберется. Все, теперь у меня есть долгочистие. Надо Васекс пограбить. Собрать надо. У них тут много денег. Денег. Будет, конечно, чуть подольше, но будем надеяться, что прохнет нужная нам вещь. Мы получим гораздо больше денег. Ну, там еще кто-то сопротивлялся. А, на королевство надо больше. Надо 500. Ну, тогда идем грабить дальше. Ну, спрятался под нашим берегом. Больше денег. Кстати, да, управляющий, все, я отсюда в столицу не буду свою переносить. Во-первых, а тут все капиталистическое. Сделай там нашу культуру. Потихоньку. Много денег. Хорошо.
Почему не могу? А, она пока в войне. Ну, сейчас у меня война закончится. И мы быстренько. Так, канцлер нужен. Вообще, блин, пригласить претендентов слишком дорого. Зря я это сделал. На охоту надо туда сходить. Кого-то я там убил. Кого я не понял. Вот. А, Уэссекс все поглотил. Еще в войне. Да блин, я только дипломата назначил. Бавария. Убить войну. Герцогство. Что такое маленькое? Претензии мои. Не, претензии слишком дорогие. Маленький герцогство прям вообще. А, блин, мы с тобой одной веры. Хорошо, тогда Уэльс, Уэссекс. Объявить войну Уэльсу. Блин, тоже. Если Дания. Вот, Дания уже за это. За престиж. 1500. 2000. Мы по чуть-чуть будем отжирать тебя. Видеть войну. Воевать герцогство. Да, вот это же. Ставим точку поближе. И, естественно, зовем друзей. А друзей мы зовем членов дома. Нельзя призвать. Нельзя. Теперь союзник. Не хочет. Два союзника нам помогут. Член дома один. Так что сейчас по-быстрому все будет. Естественно, крестьяшки сразу. Бунтовать. Что больно, надо бунтовать. Душ моя трёшек там собирается. Так. Сваливай оттуда быстрее. Не свалил. Меня поймали. Так, ты куда свалил? А, вот.
брат. Ты думаю. А, я осуждаю. Хорошо. Золотых тут очень много. Вот они, смороги 6000, сейчас мне дадут люлей. И союзники меня не спасут. Так, какая-то плохая война это. Ладно. Офигеть, минус какой к престижу. Знаете, что я хочу сделать? Я хочу, блин, за свою наследницу вообще играть. Так, кто у меня наследница? Линда. А, она не может совершить самоубийство. Блин. Но по престижу, конечно, жесть. Ну ладно, тут. Вот, например, кстати, да. Это для меня. Да, чести не хватает. Ты там воюй, а я буду пирать. Блин, я так это. Так и не узурпировал. Есть черти получше. Какая страшная бабка. Кто-то против нас восстал. Кто? А, вот он. Пошла войной. Войной на меня. А, это Уэссекс? Ну, что я могу сказать, Уэссекс? Я сейчас тебе ломлю. Надеюсь. Уэссекс, какая война. Таким и будет договор. Я не против. Ладно, пусть такой будет. Была получше, конечно же, но...
сделать? Как пройти в эту столицу? У меня сейчас союзников как налетит на этот Уэссекс. Так. Отлично, сдюжил. Берем столицу, а потом надо вот этих тараканов гонять, пока они не собрались в одну большую кучу. Они собрались. Блин, у нас 8 тысяч. Они нас побьют. А, нет. Все хорошо. Так, гонимся за ними, насмехаемся над ними. Куда они еще? Блин, а вот тут они выиграли. Правда, не надо. Да, вот тут они затащили. Согласен. Вот он успешно за мной бегает. И добивает. Прям. Пойдем в города для захвата. А, вот. Союзники не спасут меня. Слушай, как он удачно собирается. На которую битву подряд проиграл. Голосование. Дочь моя наследница. И выбор. Еще двух союзников. А это другой войны. Дочь моя, естественно. Или у меня советников всех перебили. А, блин. Нет, маршал лучше. Что-то я теряю хватку. Давай, пока их нету. Мы пойдем захват в города. Блин, 8 тысяч. Как они быстро реагируют.
Светик, давай собираться. Блин, я опоздаю. Да. Если я с советником собрался, то может быть. Да. У меня пока идут проценты, я пока выиграю. Вопрос, сколько они будут? Куда ты убежал? Где мои войска? Куда они вступили? И все равно проиграет. Иди сюда. Ну ладно, войска теряет, а я поднабираю их чуть-чуть. Все. Надо отловить и убить. Не расслабляемся, преследуем его просто. Преследуем до полного уничтожения. Поймать вот эти. Пятерых. Убить. А, все, победили. Супер. Супер. One minute, please. Так, идем захватывать. А что захватывать? Распустить всех, мы же выиграли. Ага. А, это они нам сами войнем. Мир, мир, цель. Так, обучай командиров. О, нормально нам так платили. Не могу узурпировать. Работников еще денежку получим. Тебя в тюрягу посадим, если сможем. Тебе дадим опекуна. Узурпируем. И... А, это создать. А, за то, что я его в тюрьму решил посадить. Хорошо. У меня вот есть союзники в количестве 4 штук.
Тут очень даже хорошо. Это я еще, кстати, не женил всех своих. А, вот эта вот петелька взбунтовалась. Тут можно было даже не звать советников. Ну ладно. Им чуков, что ли, престиж схватит. Быстро отходит. Мощный массал. Массал. Да некуда тебя посадить. Встань-ка. О, отлично. Денежек и воинов. Ну, дальше. Чтобы напасть на Уайсекс битвами и захватить герцогство, нужно благочестие, которого у меня нет. Я в принципе могу ее покорить, но у меня известности нет. Ладно, пока попервы. Какая-то померла. Она же родная союзница. Ну почему бы нет? Так. О, я могу совершить самоубийство и передать все дочери своей. Как раз 16 стукнет. Это же что-то мне не нравится, как она. Как она пошла. Сейчас мы попробуем его. Чуть подожди. О! Да что тут куча пепелок таких? Блин, пока чистил. Сделаем не пока чистил.
в паломничество сходил. Нет. Какие носа, что ли? Не могу присоединиться. О, присоединиться к войне. А смысла в этом я не вижу. Фонарь. Нагрелся. Не видите войну. Соедините нафиг со своим. Штраф. Забили армию маленькую, немногочисленную, и погнали дальше. Собрались. Нет, Сомерсет, все, ты мой. Герцогство. Где моя вещь? Ничего. А фиг его знает, побеждает она или нет. Выборы. Демократия. Видеть войну. Нафиг со своими штрафами. Это захват. Ну, свалил свой небольшой армии. Что он как-то быстрее захватывает? Он мне одну землю засвоит, а я у него столицу. Союзники, отвалите его там, пожалуйста. Чтобы я за ним не бегал. Ну или вот так. Всех призвать. Пипец, каждый в отдельности теперь. Баронство. Надо вот это захватить. Когда мне процент начнет капать? А, он уже вон капает. Союзник его добьет просто. Все. Всем спасибо, все свободны. Очень хорошо, но еще
не вся мне принадлежит. Дочь моя, я хочу тебе даровать лошадь. Великая вождество Мит. И вот эти два. Следы династии. Деван, будет вам графство. А Блицкрик пока он не свалил оттуда. А он вон там с кем-то воюет. Соседом. Очень хорошо. Так. Все. На этом все. Надо будет так распустить их. Ну ты тоже присоединяйся к нам. Штраф набычности, штраф набычности. Станьте от меня со своей набычности. Так, чтоб сразу беги, пока не свалили оттуда. Блин, сделать что ли все-таки суицид? Задача играть, потому что матушка это мне что-то совсем не нравится. Блин, понастроить. Каждый в отдельности. Кто-то понял, хорошо. Так. Просто я боюсь то, что если я суицидный, у меня половина всего куда-то уйдет. Вот она чем-то болела. Ну ладно. Кто не рискует, тот не это самое. Конечно же, я. Чёрт. Пять лет не могу теперь совершать свой. Ну что это за дела-то? Великое вождество еще в подарок. Ну тогда продолжаем хавать. А ну высокс. Хочу высокс. На уровень славы маленький, я бы прям вот рад на них захватился. Ой, герцогство еще на той жизни.
А, ну мы ж недавно выводим. А, не могу выводить. А, блин. Я наушники выдернул. Где музыка? Она не работает. Так, еще раз. Я уже забыл, почему я не могу объявить войну. Не может позволить себе расходы, штраф к набычности. Мне плевать на штраф, я же уже говорил об этом. Ну ладно. Далее. Здесь у меня престижа нет. Ну ладно. Пока нет. Проект спал. Брусали. Супер. Не твои. Тут в здании воевали, нам звонили. Я хочу. Надо чуть-чуть подождать, подкопить войска. Дружи, набери побыстрее ополчение. Охота. Одновременно на пир и на охоту. Помогите мне усмирить этих крестьяшек. Так быстро.
его слову, хрен там пел. Скажи. Ну, ты 7 лет сидишь, тебя тоже могу сказать. Так, дети мои, вы же все женаты, да? А нет, вот ты не женат. Мы тебя женим. Отлично. Я думаю, пора. Ты что, пора? Торкнуться в королевстве. 800 прыг, блин, мне престиж-то нет. Я получу большой штраф. Ну, пофиг. Мне кровь нельзя делать. Свою дачу, естественно, надо будет хавать. Чуваки, пришло время настоящей войны. Он сказал, пришло время. Пришло время взять Уайтлок. Я иду сразу на скалец, конечно. Чуть кого вынув потеряю, а он тоже сразу на скалец будет. Захватывайте земли, а мы пойдем. Вот, поймали. Супер. Надо их убить стеклом. Вот. Нет? Да, он вышел. Ладно, надо у него и землю. Надо быстрее с Лосиксом заканчивать. Надо сразу несколько войн вести, конечно, не лучше. Но Уэссекс мы просто должны выиграть. Надо просто захватывать землю. Правда, он там опять сейчас соберется.
Он уже к большим войскам вряд ли соберется. Хрен его знает. Блин, датского они мы проигрываем. Ну конечно, потому что мы в Эссексе. Берем землю. Процентаж был больше. А, все, он города не может. Ну, собрал полторашку. Блин, накроит. Он называет союзников датского. Ладно, ладно, все. Отпускает меня. Ну, чуть-чуть, да, отожрала земель. Я их назад верну. Но сейчас главное в Эссекс отжать. Ну да, наш войн, наш мне как рыцарь все участвовал в войнах. А, блин, они там соберутся и... Не, не ломили, но... Блин, он свою столицу отвезет. Я не знаю, за что, но все пока херня. Блин, а я войска-то теряю на вражеской территории. Тысяча там чем-то набрала. Хватит на фу.
рыцари стоят. Будет стануть. Так, надо пятники. Ладно, создать они не могут. Все хорошо. А, ты бесит. Да их эти дебилы. Нет, мы равны. Мы сейчас что-то потеряем. Вот опять не выйдет. Что такое было? Вы свои земли наши. Кстати, пока у меня наемники есть, можно Дани и Влами сказать, слышь? Мышь, что тут самое умное? У меня внучка какая-то. Кому титулатор сдавать? Давай тебе дать. Передай посала. Хочу королевство узурпировать. Контракты. Престиж минус жестко.
вопросов 50. Кто у меня сейчас? Сводная сестра. Я не могу читать эту коронку, потому что мне престижен. Понял. Давай тебе. Я не могу идти. Классочка два. Гаши меня ненавидит. Я там вижу очень хорошего интриганта. Эрлстон, кстати, дарить не будем. Там срочно дай не взять. Можно помирать. А может вообще? Все, вот основали это королевство. Радостные, да? А теперь пошли все нафиг. О, отлично, у меня галанта. Ну вот его назначим, он к нам нормально относится. Опаньки, Уэльс не делился. Мои претензии весь Уэльс. Союзникам это поручить. Сейчас членов дома. Поймите, крестьяне.
кого я голосую? От кого я голосую? От кого я не буду голосовать? Ой, у меня там были просьбы кого-то убить, а я и не знал. Ну вообще очень медленно осады. Еле-еле. Так, все можно найти. Как он с генофондом хорош. Ему 67 уже. Во. С гениальностью. Недолго прожила. О, тоже голландка. Ну, хорошо. Привет, соблично. Все, что нажито непосильным трудом, все растеряно. Все надо, все зря, надо уйти. Ничего не проще. Все, мы все земли почти профачили. Знаете что? Мне надоело. У меня стоит мод на вампиров. Я хочу его проверить. Поэтому с этой игрой мы пока закончим. Не, ну мы повоевали. Но что-то прям вообще в Англии очень жестко. И мои награды. Что ж, на этом все. Я вернусь, может быть, чуть попозже. Я быстро гляну, что у меня там по модификациям. Но в тот мод я очень хочу поиграть. Ладно, всем пока. Не болейте, не кашляйте, ходите, зимой в двух штатах.